Какое-то чудо. Хотя играть-то еще весь второй круг. Ну, не знаю. Вы видели бы комбинацию, которую обычно играл или Теодосич, или Нандо Да Коло. Теперь в исполнении Виталия Фредзона. Он показал, что он тоже умеет проходить в правую сторону, устроил день. Выезд, к сожалению, для Эмпорио Армани, конечно же. И вот сегодня мы видим, что определенно... 4 очка армейцы позволили набрать сопернику на родной площадке. Собственно, зачем позволяет забрасывать больше? Показывает Дмитрий Кулагин, что он хорошо умеет бороться с Радулицей за позицию. Здесь успели поменяться, но чуть-чуть не хватило Андрея Воронцевича, чтобы установить защиту. Несмотря ни на что, 4-жды своим партнерам ассистировал. Как бы они не упирались, как бы они не хотели эту игру проиграть 50 очков, они все-таки иногда забивали с его передач, а здесь я... так сказать, премию или приз для болельщиков, что если команда набирает 100 очков, то они получают скидку, там, допустим, в какой-нибудь пиццерии или ресторане быстрого питания. Поэтому на самом деле...